Привет, привет, друзья! Сегодня понедельник, 16 ноября, 14:59. Прикольно у нас в Аликанте. Вот здесь стою и обязан носить маску. Могу перепрыгнуть или спуститься на песок, и можно уже жить без маски. Как вам? Ну, прикольно же. Сегодня плюс 24 градуса. С утра был рай просто. Буквально ветра не было. И стоило мне приехать на обеде, на сиесту. И ветер поднялся очень сильный. Аж чуть шапку не сдувает мою. Пришлось одеть даже чехольчик на GoPro. А о чем этот репортаж я, друзья, решил запилить? О том, где, в какой стране легче выжить в коронавирус. Ну, посмотрите, какая у нас красота для начала. Вот она какая. Люди загорают, люди купаются. Сейчас мы с вами пройдем вдоль пляжика. Солнышко, красивые тучки, ляпота. Надо посмотреть, сколько градусов вода. 20 с лишним точно. Я поставил объектив новый. Самый широкий угол, 155 градусов. Так что не обессудьте, если у него присутствует немного... закругление. Забыл, как называется. О, народ загорает в обед. Продолжим наш репортаж. Так почему и в какой стране легче выжить в коронавирус? Размышлял я об этом, размышлял и родил. Смотрите, было четко определено за последние месяцы, что помогает выжить нам присутствие большое витамина D. Витамин D – это солнышко, друзья. А солнышко что? Правильно, а солнышко в Испании больше 300 дней в году. Ну, по крайней мере, в провинции Аликанте и в городе Аликанте, где я живу. Посмотрите, люди купаются. Как вы думаете, какой шанс у них подхватить коронавирус? Хотя там, конечно, и молодежь, но дело не в этом. Очень маленький. Почему? Потому что, правильно, они... дышат прекрасным воздухом йодированным и живут в городе Аликанте, где нет никаких промышленных предприятий, и воздух просто идеален. А этот пляж, между прочим, и эта водичка вокруг пляжа, голубой флаг имеет. Кто не знает, голубой флаг присуждается самым чистым пляжем. Спорт. Вот мужичок бежит. У нас легко заниматься спортом. Посмотрите, пляж. Здесь все в нашей провинции, да и вообще в Испании, да и в мире тоже бегают по пляжу, ходят по водичке, сжигают жирок. Жирок. У нас очень много в провинции Аликанте. Ну, я здесь живу, понимаете, да, поэтому говорю о ней. Красивых мест. И горы, и пляжи различные, каменистые, песчаные. В общем, что хочешь, что твоей душе угодно. Ну, естественно, заниматься спортом очень интересно. Пошел в горы, пробежался по пляжу. А поэтому что? Правильно, уровень выживаемости увеличивается. А жир это что, друзья? Правильно, жир это убийца. Я вот лично за полгода сжег примерно 12-14 килограмм. Ну, вес гуляет. И мне сейчас очень хорошо. С 95 я на велике катаюсь. Чуть-чуть плавая, дошел до 82-80. Чему очень рад. Значит, что? Правильно. Мой шанс выжить увеличился. Власти города Аликанте расширяют. Посмотрите, спортивные тренажеры. Больше их стало на пляже Пастигет. Даже какие-то оригинальные. Что бы я еще выделил? Конечно, витамины.
любой человек знает, витамины помогают человеку выжить, перенести легче различные заболевания. А сколько у нас витамин, спросите вы, друзья? А столько, что аж у каждого, даже бомжа, на столе круглый год могут быть витамины. И гранаты, и чего только хочешь. Почему? Объясню. Почему даже у бомжа? А потому что в конце рынка приходи, помоги там пару ящиков закинуть какому-нибудь фермеру, и он тебе отдаст несколько килограммов того, чего ему везти надо. А ну там, ну скажем, такого же некондиционного такого вида. Пожалуйста. Так что витамины есть даже для бомжей. Поэтому они такие внешне выглядят очень даже прилично. Итак, мы перечислили с вами, я вернее перечислил, три основных фактора. Витамин D, солнышко у нас. Далее, отсутствие жира, сжигание, вернее, жира максимально, как это возможно, чтобы жир освободил наши легкие и внутренние органы и дал возможность дышать. Понимаете, да? Жирный человек плохо дышит, задыхается. И витамины основные, которые необходимы человеку для того, чтобы он жил. Три позиции. Всего три позиции, и ты пережил коронавирус. Ну и, я думаю, другую какую-нибудь еще хрень. Чем только нас уже население не пугали. И эболой, и испанкой, и что там еще было? Чума. Ну да, погибали люди, да. Ну, понятно, что погибали самые слабые. Я не сказал еще про иммунитет, но иммунитет – это обобщенное, да, что-то, которое складывается вот с этих позиций, ну, по моему мнению. Дошел до конца пляжа, наговорил, что попало. Просто так вот от души, без всякой подготовки, не судите строго. А я Сергей Язовский, риэлтор из Аликанте. И продаю недвижимость очень много лет. И мой номер, код страны, плюс 34. Можете так писать, набивать в телефоне. А потом 663-945-750. Это сам номер. Уже больше, наверное, 12 лет. Мы продаем недвижимость, ремонтируем, управляем, сдаем в аренду. В общем, мы команда хороших профессионалов. И поэтому сейчас, в момент падения и тяжелой ситуации, когда агентства даже закрываются некоторые, мы работаем. У нас испанцы покупают недвижимость и закладываем сделки постоянно. И все хорошо у нас. Конечно, немножко спад чувствуется, но я думаю, что мы его спокойно, этот кризис, переживем. А я знаю уже русскоязычные агентства, которые закрылись и подставили своих клиентов, которые просто-напросто потеряли деньги. Они приняли задатки, и потом сделки не случилось по разным причинам. Мы вытягиваем всю ситуацию и все. Вот. Такие пироги. И, наконец, под конец репортажа, где же хорошо жить? Правильно, друзья, вы же сами уже все поняли. Хорошо жить в Аликанте, хорошо жить в тех городах, где недорогие фрукты, овощи, витамины и где много солнца. И еще раз говорю, это в Аликанте, так вот у нас хорошо, да. И об этом знают миллионы людей на планете. Больше 10 лет назад я завел видеоблог и стал снимать репортажи об Аликанте. И приехали просто десятки тысяч людей, а, наверное, 1000 почти человек купило у нас недвижимость или арендовало. Так что никто из них не может сказать, что я лгу. Никто. Да и зрители тоже не могут сказать. Могут сказать только тролли какие-нибудь, ну или там. Люди, которые просто так пишут от дурака, делать ничего. А разумные люди понимают все, что я сказал. И, естественно, одобряют
Мы дошли до конца пляжа Пастигет. Мне уже навстречу пора. И, друзья, я заканчиваю этот репортажик. Тепло так, аж хочется самому пойти на пляж. Но мне надо в офис. У меня встреча. Нужно быть в офисе. Такие дела. Я вошел в зону опасности. Иду. Надо одевать маску. Смешно, ей-богу. Итак, пандемия когда-нибудь кончится, так сказать, с юморнем по-черному. Либо мы все помрем, либо все восстановится. И вы опять поедете в Аликанте. Входите со мной в контакт, и я вам сделаю предложение по недвижимости в соответствии с вашим бюджетом. Мы начнем обсуждать и придем к какому-то мнению. Я объясню, что можно купить за ваш бюджет, а вы поймете, на что рассчитывать можно. И как раз закончится пандемия, и милости просим, вы приедете и купите. А может быть, мы сможем организовать даже ваш приезд, потому что месяц от месяца что-то меняется и возможности увеличиваются. Сергей Язовский, агентство недвижимости Spine Tour. Под этим видео будет ссылочка на наш испанский канал, где Алексей Язовский, директор и партнер мой, снимает на испанском чистейшем языке постоянно ролики, несколько штук в неделю выходит. И вы можете, ну, если захотите, посмотреть их. Там другие объекты, чем те, которые я заливаю сейчас на свой канал, на наш канал. Жму вам краба, так сказать. Будьте здоровы.